Добрый вечер, дорогие подписчики, а это я, ваш Кормуша, и это стрим по игре Subnautica. Приятного просмотра. Простите за долгий перерыв. Переезд практически полностью закончен, но именно до Subnautica я добралась только сейчас. Называется игра в стиле «Вспомнить все» или «Я не помню ничего». Куда, чего, как вообще сыграть? Постараемся сегодня очень сильно, вряд ли, но... Как-то проплыть, доплыть, подоплыть. Я не знаю, широкий проход. Этим циклопом буду сейчас управлять. Господи, помоги. Не понял вообще, как, что, куда делать. Абсолютно. Нам до второй базы надо дойти. Нам эти ячейки... Энергоячейки переставить надо. Надо передособрать, перестроить поближе к этим, не знаю, котлам базу, чтобы она держалась, как бы заряжалась лучше от энергии. Надо разобрать одну из бутылкоизготовителей, этих водоизготовителей, чтобы водичка, короче, появлялась. Конечно, можем жрать эту, как она называется, господи. Дыню, во, вспомнила. Но все же постоянно с собой, но я тоже не смогу носить, потому что скотина снимает, насколько помню, я снимаю мало оружия. А, да? Ну это из-за ночи, я так понимаю. Давайте одну разберемся, все-таки эта штука просто... Ой, не может. Нам что надо? Строитель. Где взять? Не помню. Вроде здесь. А кто помнит, где у нас строитель с вами? Power restored. All primary systems online. Только не говорите, что он строительный циклоп, и я, потому что это... О! Хватит. Я этого вообще не помню. А, вот почему началась зарядка. Давайте залезем в ящички, глянем еще раз. Божья бумаги нашла. Что нам надо, и погнали. Полностью запьем, запьем, призобьем, призачок. А, вот он, строитель. Полиамилин этот. Welcome aboard, Captain. Дайте мне машинки, мои смыть. Да я уберу тебя сбоку, бяка тут. Ощущение, что стоит все-таки немножко набрать титана, если все делать. Кварц, стекла, как там понаделать.
нас вообще по улучшению есть? Но эти штуки у нас есть. Так, у нас есть глубина циклопа, эффективность двигателя, щит, ремонтный модуль. По-моему, еще пожаротушение хотела сделать. Да, модуль пожаротушения, водоочистную станцию. Это мы и разобрали, возьмем с собой. Вы это тоже видели? Так, и тепловой реактор циклопа. Как это вообще сделать? Два полианилина и два комплекта проводов. Это медь. По-моему, у нас медь плоховато было. Пум-пум-пум-парам-парам. Нам надо мыть, да? Да. Welcome aboard, Cal Systems Online. Титан, медь, то и то приветствуется. Мне просто очень интересно, а как вода не выливается сюда? Когда чувак залазит в это сооружение. Двойной.
oxygen. А, буду знать. Ну, смотрю этот хрен. Ага. Заряжаешь, тратишь энергию. Я поняла. Думаю, что чуть-чуть соли с собой все-таки прихвачу. Тоже. Начала я чуть-чуть. Закончилось. Погнали, ребят, на базу. Заряжать ставим это. Чадо. Welcome aboard, Captain.
All systems online. Всегда. Фоточек сделано довольно много. Перепадные лесики. Извиняйте. Там было вот так. Пойду пластелевый слиток сделаю, и пусть будет еще. Какой титановый. Ну-ка, как там наши рыбоньки поживают? О, они не пусечки плавают. Так, одна, две ласки. А вон третья. Я знаю, что еще где-то две есть. Если знаете, подскажите, пожалуйста. Знаю, какой-то кратер есть, где понятия не имею. И еще где-то. Что никелевая руда, рубины, такое у меня там точно есть в неплохом количестве. Какая-то там зелененькая какая-то руда, еще тоже ее немало там есть.
по новой базе. Нам с вами до нее еще добраться надо. Вот, на 100 ран там есть. И магнетит есть. Никелевая руда тоже довольно много, по-моему, есть. С рубинами неплохо. Со всем этим скарбом там неплохо. Мешки, они там растут. Давайте пару кислотных грибов возьмем. Пусть будут. И почему мы не смогли сделать пожаротушение? А, две кристаллические серы надо, а у нас только одна. Аэрогель у нас есть. Так, водоочистная станция. Это мы здесь забрали. Тепловой реактор циклопа. Два полиамилина. Комплект проводов нужен. Давайте тепловой реактор циклопа сделаем тоже. Комплект проводов. Два полиамилина. Сделать. А это я не... О, кстати, если знаете, где найти гидролокатор, то я буду рада. Но я не знаю, понравится они нам или нет. Немножечко, не уверена. А, глубина краба. Тоже он не рассматривался, этот момент. Его зимой. Спит такая пушиночка здесь. Так, циклоп, краб. А, кианит нужен. Кианит у меня нет для краба второго. По факту нам кианит нужен, ребятки. А вторую теплоэлектростанцию поставить будет. Смотрим и погнали. Говорится с Богом. Welcome aboard, Captain. Что я здесь хотела? Тут меня отшибло. А. Это мотылек.
этого не знаю. Циклоп. Второй. Это стоит. Это Кианид. Есть Кианид. Далеко нафиг не надо. Хрен его знает. Я очень боюсь битвы с морским драконом. Welcome aboard, Captain. All systems online. Циклоп вроде? Не, не циклоп. Краб. И мне не очень владею. Хорошо. Советую проходить на тихом ходу. Ну, попробуем. Это. Не голодные. Это у нас есть. Забыла, куда я выложила свои вещи. Скорее всего, на циклоп где-то. Не удивлюсь. Я могу. Пытаюсь найти, куда я делала свой баллон с высокой емкости. Нету. 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 Есть! Отлично. Хала махала, Господи, помоги. Engine powering up. A head slow. А погружаться, народ? Так, это всплывать, это погружаться, окей.
пытаюсь нос опустить, я так понимаю, управление далеко не такое веселое, как может показаться. Это задом наперед движение. Как опуститься на дно? Я все еще над поверхностью. А как опуститься глубже? Прошу прощения. Лежите, жопа мохнатая. Так, аж извините. Так вот, я буду по камере Я буду сохраняться буквально каждую секунду. Thank you.
4 yaşında. Можно свет включить? Как свет включить? Херану так светиком. Бля, где вторая дверь? Господи, помоги мне не совершить ошибку сейчас этим нажатием. Thank you.
ТЗ, ребята. Мне не нравится эта набегающая музыка. Где вторая Дегази? Ага, вижу. Прогресс. Ahead slow. Engine powering down. Ко мне говорили, что этого товарища может только из снаружи чинить, короче.
мы живы. Объясните, пожалуйста, вот что до этого будет за предупреждение своеобразное, как а-ля повреждение в корпусе, я не знаю, что это было. Я как видите, облазила, как-то смотрела, но игра так и не дала полного, точного объяснения на это дело. Engine powering up. A head slow. Плывем, у нас никакой энергии не останется. А надо к дереву, да, плыть. Engine powering down. Ну что, черт вонючий. Ебать, страшно.
to captain on the planet. I'm not even squidding. Кинчик готов! А, это детеныш! А, знаете, как хорошо будет. Это, сука, детеныш. Что там за мать тогда? Сохранить. Думаю, теперь особых проблем не будет доплыть до дерева, там построить и так далее. Engine powering up. Призрачного Левиафана. Естественно, я радуюсь этому. Ahead flank. Emergency speed. Warning. Vessel counterfeit. Excessive noise. Ahead standard. Ahead slow. Аккуратно долбанетесь или что это означает? Engine powering down. Thank you.
engine powering up. A hex load. Близко стенки. А хекс лоу. Напугала нас с ребенком. Ой, ребенок испугался, пушиночка моя.
сказал Тони. Конечно. Советовали строиться поближе к этим штукам. Сейчас попробуем. Зона лавы. Поближе к зоне лавы. Попробуем строиться. Вот это примерно. Типа мощнее. Engine powering down. Врубаем этот безумный свет. Блин, слишком близко, она точнее сам совсем маленькая. Здесь я видела как огромную штуку конкретную. Грейзер. Вот здесь это будет раскрываться. Вот это ресторан. Еще что-то. Да, печать. Заодно на этих ресторанских штуках. Например, сайт, по-моему, золото, да? Да. Ресторан, золото. Тут есть некоторые моменты, например, выделенные в виду. Когда они Welcome aboard, Captain. All systems online.
restored. All primary systems online. Seconds. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Oxygen.
Я, к сожалению, ничего не engine powering up. A head slow. Engine powering down.
Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. All systems online.
дамы и господа. Сюда были ресурсы и так далее. Дальше мы строим уже в следующей серии. Всем большое за просмотр. А с вами была ваша Грануша. Всем всего хорошего и пока.